внимание, это очень крупный информационный повод, который приводит довольно много новостей, много объявлений, много спикеров, много идей, которые обсуждаются после этого в СМИ. Кроме того, у нас получилось почти так же с московским Диалоги, как обычно бывает, он предшествует Давосскому форуму в Германии, когда проводится Мюнхене, и тусовка переезжает частично в Диалоги, привозит идеи Диалоги на Давосский форум. У нас примерно так же получится с питерским форумом, ну просто с некоторой задержкой. Но очень хочется, чтобы та часть не только интеллектуальных, но и должностных лидеров страны, которые еще не понимают важности этих, что Life Design, не в смысле конференции, а в смысле практики этого проекта, тоже немножечко прислушивалась, поняла то, что происходит в цифровой среде, среди социальных сетей, среди социальных инициатив в интернете, да и вообще в технологии.